18 июня молодые спортсмены со всех областей республики вместе с тренерским сопровождением прибыли в город над Бугом. Брест славен особенно трепетным отношением к исторической памяти, поэтому большинство крупных событий, проходящих в регионе, начинаются с возложения цветов к вечному огню в крепости Герой. День открытия спартакиады не стал исключением. Команды спортсменов посетили Брестскую крепость, делились впечатлениями от города и волнением перед соревнованиями. В крепости, очень красиво, очень масштабно, но все-таки память о наших предках, небольшая гордость даже есть. Планируем побеждать, но готовились очень усердно, тренировались каждый день, по несколько тренировок в день. Наша команда в прошлом году, позапрошлом году занимала второе место. От первого места мы оставались всего на 6 очков где-то. Торжественное открытие соревнований состоялось на площади Ленина, где руководство области и ветераны спорта поприветствовали участников. Каждый год спартакиада для школьников проходит в разных областях страны. На этот раз хозяином соревнований выступил Брест, а почетным главным судьей согласилась стать Юлия Нестеренко, победительница Олимпийских игр 2004 года. Дается возможность для массового участия наших школьников в соревновательном процессе. Именно возможность, в том числе и посмотреть нашему тренерскому составу, молодые таланты, вовремя их заметить и помочь им раскрыться, чтобы они могли себя проявить. В республиканской спартакиаде школьников участвуют спортсмены в возрасте от 14 до 15 лет. С 18 по 28 июня участники померяются силами в плавании, в волейболе, боксе и легкоатлетических видах спорта. Кроме того, соревнования охватят Кобрин, Малориту, Барановичи и Пинск. Соберется более 2000 школьников. Они посоревнуются в 18 видах, олимпийских видах спорта. Естественно, выявят победителей лучших. По результатам спартакиады они будут награждены медалями и ценными подарками. Особенность нынешней спартакиады заключается в том, что победители получат шанс попасть в республиканскую сборную на главных школьных мировых соревнованиях – гимназиаде, которая пройдет осенью в Бразилии. Кира Карлович, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.